Субтитры
Так я взрослый! Какой ты взрослый? Что за...
лайк, подписывайтесь. Я буду уклоняться, а ты попробуй попасть. На счет три. Раз, два. Ой, со спаррингом не очень вышло, поэтому я приступил к отжиманиям. Владик, сядь на меня. Чего? Я ж тяжелый. Да не парься ты, и я сильный. Давай, садись. Ну ладно. Залезь меня. Ты меня чуть не раздавил. Я тебя предупреждал. Подожди, у меня есть один опасный приемчик, могу показать. Показывай на мне, я так лучше запомню. Ты уверен? Да, давай. Готов? Готов. Мои колокольчики! И вот пришло время идти на стрелку. Мне было страшно, Вадику было еще страшнее. Я открыл дверь, и за ней показался Витек. Вадик закричал и сразу побежал прятаться, а я остался с ним один на один. Витек, а мы разве не за школой договаривались? Вот именно, за школой. Я тебя там целый час ждал. Ой, походу проворонил. Ты меня прости, у меня проблема с колокольчиками была. Что? Хотя это уже не важно. Я надеру тебе задницу прямо здесь. Я решил первым напасть на гопника, но он заблокировал удар и толкнул меня. Я стал просить Витька сжалиться надо мной, но ему было все равно. От страха я закрыл глаза и в этот момент услышал голос брата. Андрей взломал Витю, вывел его за двери и сказал, чтобы тот больше не приставал ко мне. Спасибо, братишка. Вовремя ты подоспел, я думал, мне уже конец. Да не за что, братан. Получай, Витя. Получилось, мы его победили. Вадик, слепой ты пень, вообще-то это мой брат. Что? Ой, не жопа. В коем-то веке моей вины тут нету. Я, пожалуй, пойду. Коля, ты куда? Подожди, не бросай меня. Ну нафиг. Это был отличный день, ведь сегодня нам ничего не задали. Ну, точнее, почти не задали. Короче, мне просто было лень делать домашку. Лучше вместо уроков я займусь каким-нибудь другим полезным делом. Но перед этим хорошенько перекушу. Поставил чайник, подготовил печеньки. Хотел насыпать совсем немного кофе, но в итоге чуть-чуть переборщил. Вот же я криворукий. Нужно как-то убрать это все. Но мне было лень. Наведу порядок позже. Залил в кружку кипяток и выпил. Заряд энергии на целый день. Как же круто. Теперь я могу сделать столько полезных дел. Например, помочь брату с докладом. Ну или убраться в квартире. Но, к сожалению, мне лень. Да и вообще, у меня немного другие планы. Я просто лежал, почесывал пузик и смотрел телек. Вот же ленивая жопа! Сказал бы мой брат, но нет, я просто собираюсь мыслями, немного поваляюсь и займусь делом. Посмотрел один фильм, второй фильм, уснул. Через пару часов проснулся. Соглашусь, я и правда ленивая жопа. Пока об этом размышлял, мне захотелось по-большому, но было лень вставать, поэтому я решил потерпеть, вдруг перехочется. Через пару минут все было на пределе, заставил свое тело подняться и отправился в тупик. Но открыв дверь, я увидел Вадика. Все, в туалет мне уже не хотелось. Интересно, что Вадик делает в моем туалете? Ой, кажись, я вспомнил. Мы вчера решили сыграть в прятки. Вадик спрятался, а я начал искать. Но через минуту мне стало лень искать, и я начал заниматься своими делами. А Вадик так и продолжил сидеть в тубзике. Я извинился перед другом. Он сильно не обиделся, потому что в туалете зря время не терял, хоть выспался. Я решил рассказать Вадику про свою лень и попросил помочь мне избавиться от нее. Ну не знаю. Когда я не хочу что-то делать, моя мама сразу дает мне подзатыльник. И поверь, лень сразу исчезает. А это может сработать. Я сказал Вадику прописать мне подзатыльник. Он боялся, я начинал злиться. Но Вадик все равно категорически отказывался. Тогда я не выдержал и накричал на него. Вадик рассердился и со всей дури нанес удар. Коля, Коля, ты как? Сколько пальцев видишь? 8. О, извини, я силу немного не рассчитал. Все хорошо. Надеюсь, что теперь моя лень исчезнет. И я надеюсь. Ты извини, но я пойду уже домой. Что-то я у вас и так уже долго засиделся. Я провел Вадика, потом принес в комнату пылесос и хотел уже начать уборку, но мне было лень. Удар Вадика все-таки не помог. Я ничего не хотел делать, но тут зашел брат и сказал, что нашей бабуле нужно отвезти новый телевизор. Андрей, я люблю нашу бабулю, но почему ты не можешь ей помочь? Да я бы с радостью, но мне на завтра надо доклад доделать. Знаешь, мне лень. Так что давай ты как-нибудь сам разберешься. Ясно, короче. Ну ладно. Тем более бабуля обещала сотку дать. Стой. Сотку говоришь? Давай сюда телевизор. Я сам все сделаю. Сам, давай.
Вот она методика, деньги победили мою лень. Я пришел к бабуле, она была счастлива, я был счастлив до того момента, пока не уронил коробку. Господи, мой внучок рукожоп, и что ты наробил? Бабуля, прости меня! Бог простит. Надеюсь. Кстати, брат говорил, что ты сотку дашь. А ты, внучок, не прифигел? Телек не разбил, что и сотку требуешь? Повезло мне с внучком. Ладно, ладно, не надо сотку. Хотя подожди, иди сюда. Сейчас я тебе такую сотку дам. 89.90. Бабуль, бабуль, стой, стой. Может, хватит? Хватит. Терпи, терпи. До сотки еще 10 подсрачников. 91. Больно. 90. Этот день не предвещал ничего хорошего. Почему, спросите вы? Ну, во-первых, у меня было важное задание по учебе, которое я так и не сделал. А во-вторых, у меня нету денег, потому что недавно очкастый отдал все мои сбережения мошенникам. Я злился на него, но брату было пофиг. Коля целыми днями задротил мой компьютер. Я спросил, почему он не в школе. Понимаешь, я хорошо учился, и поэтому у меня каникулы начинаются немного раньше, чем у всех. Молодец. А учитель в курсе, что у тебя уже каникулы начались? Нет. Понятно. Я не стал ругать Колю, и, если честно, даже не удивился, ведь очкастый столько раз уже косячил, что даже на пальцах не сосчитаешь. И тут мои мысли перебил телефонный звонок. Это была моя девушка. Вот же невезуха, совсем забыл, я ведь пообещал Кате устроить сегодня романтический вечер. Пацан сказал, пацан сделает. Но для начала нужно избавиться от брата, иначе он все испортит. Как вариант, очкарика можно связать, заклеить рот скотчем и закрыть на балконе. Ну или подсыпать снотворное в чай, а потом отвезти куда-нибудь на пару часиков. Но нет, это все как-то очень жестко. Ты что такой загруженный? Да так, слушай, а можешь где-нибудь погулять пару часиков? А что, Катя придет? Хорошо, без проблем, я погуляю. Спасибо. Да не за что. И все? Так просто? Честно признаюсь, очкастый меня удивил. А может, он что-то задумал? Я решил быть начеку. Коля выключил игру, оделся, пожелал мне удачи и ушел. Я удивился еще сильнее. Посмотрел на время. Времени у меня было мало, поэтому быстренько умылся, переоделся и подготовил романтику. В эту минуту раздался звонок в дверь. Это была моя Катюша. Мы с ней очень хорошо проводили вечер, но я все равно немного переживал, так как боялся, что брат придет и все испортит. Но нет, мы даже успели посмотреть фильм. К сожалению, Кате уже пора было домой. Я с ней попрощался и сразу же набрал брата. Он вернулся с хорошим настроением. Конечно, ты меня сегодня очень сильно удивил. Спасибо тебе, что послушался и не испортил нам вечер с Катей. Да не за что, Андрей, не удивляйся. Это только начало. Начало? Брат не стал ничего объяснять и молча ушел. Я ничего не понимал, пока не позвонил мой преподаватель. Я уже готов был получать конкретно клюлей за то, что не отправил ему задание. Но Владимир Сергеевич начал хвалить меня и благодарить. Я был в шоке. Начал расспрашивать Колю, что происходит. А, так это, я решил помочь тебе с заданием. Доделал его сегодня и отправил на почту учителю. Ну спасибо, Коля, ты просто не перестаешь меня удивлять. Я тебе уже говорил, не удивляйся, это еще не конец. В смысле? Все, иди, скоро сам все узнаешь. Ну ладно. Я не знал, чего мне ожидать, но очкастый сегодня меня радовал. Было такое чувство, что его подменили. Интересно, что меня ждет дальше? Только я об этом подумал, сразу прибежал Коля. Он стал расспрашивать, верю ли я в Деда Мороза. Я начал смеяться. Брату это не понравилось. Он сказал взять ручку, листик и написать письмо Деду Морозу. Я засмеялся еще громче. Очкастый, ты серьезно? Просто напиши письмо, а потом принеси его мне. И не беси меня, Дед Мороз существует. Ладно, ладно, напишу. Молодец, жду. Зная финансы этого Деда Мороза, максимум, что он мне сможет подарить, так это рисунок. Но я решил прикольнуться над братом. Вот так вот. Я уже давно мечтаю о игровой приставке PlayStation 4. Дед Мороз, подари мне ее, пожалуйста. Я улыбнулся, отнес брату письмо. Он сказал никуда не уходить и быстро убежал. И что он задумал? Через некоторое время Коля вернулся с игровой приставкой. Да ладно? Да, по дороге встретил Деда Мороза. И он попросил тебе передать этот подарок. Так, я надеюсь, Дед Мороз не ограбил банк? А, не-не, Дед Мороз закон не нарушает. Ну, только если иногда. Очкарик, а теперь серьезно, откуда у тебя деньги? Или у меня где-то заначка была? Да не было у тебя никакой заначки. Ты думаешь, я просто так играл в компьютер целыми днями? Ну да. А вот и нет. Я выиграл чемпионат по контре и заработал немного денег. Мне очень хотелось купить себе новый телефон. Но я виноват перед тобой. Я очень часто косячу.
Поэтому хотел хоть как-то тебя порадовать. Ты меня прости. Я буду стараться становиться лучше. Братишка, я даже не знаю, что тебе сказать. Ты лучший. Спасибо тебе за такой классный подарок. Я по-настоящему счастлив. И это все благодаря тебе. Да ладно, хватит уже эти сопли распускать. Давай лучше сыграем в приставку. Пока Щекастый подключал приставку, я думал о том, какой все-таки у меня классный брат. Да, бывает он косячит, но самое главное то, что он умеет признавать свои ошибки и стремится стать лучше. Да, возможно, у меня брат немного дурачок, но лучше быть веселым дурачком, чем скучной занудой. Чё там завис? Иди сюда, сейчас тебе покажу мастер-класс. Готовься, братишка, сейчас надеру тебе задницу. Мы играли с Вадиком в приставку. На Новый год ему подарили машину. Он постоянно этим хвастался. Я завидовал Вадику. И когда в очередной раз услышал рассказ про его крутую тачку, я не выдержал. Всё! Хватит, Вадик! Ты думаешь, самый крутой теперь, да? Ну да. А вот и нет! Я могу в любой момент взять у брата машину. И знаешь, я вожу намного лучше, чем ты. Да ладно тебе, Коля, не смеши меня. Что, не веришь? Тогда собирайся, пойдем ко мне на дачу, брат сейчас там. Я покажу тебе мастер-класс, давай, пошел. Через пару минут мы были на месте. Я тихонько взял ключи от тачки. Вадик смеялся надо мной. Я разозлился, сел в машину и завел ее. Так, а что дальше? Стал нажимать всякие кнопки и дергать рычаги. Ничего не получалось. Вадик стал смеяться еще громче. Я в этот момент заметил под ногами какие-то педали. Решил понажимать на них. Машина резко поехала и сбила Вадика. Я быстро выскочил и подбежал к другу. Вадик, ты как? Ты жив? Жив? Да жив. Жив. Так мне кажется, у меня нога сломана. Звони в скорую. Да, да, сейчас, сейчас. Так. Алло, скорая! Приезжайте быстрее! Я сидел дома и ждал Вадика с больницы. Андрей за это время уже успел отругать меня. Вот же я дурак, сбил своего друга. Внезапно позвонили в дверь. На пороге стоял Вадик. У него была сломана нога. Вадик, извини, я не хотел, чтобы так получилось. Да ладно, бывает. А знаешь, что мне предложили в больнице? Что? Мне предложили написать заявление в полицию на виновника аварии, то есть на тебя. Я надеюсь, что ты ничего не написал? Нет, конечно. Тем более ты так любезно предложил пожить у вас и позаботиться обо мне. Чего? Я такого не говорю. Я тебя понял. Теперь мне придется ухаживать за Вадиком, чтобы он не написал заявление в полицию. Я положил друга на кровать. Он попросил принести вкусняшки. Я мигом выполнил его просьбу. Вадику было жарко. Я хотел включить кондиционер, а потом вспомнил, что кондиционера у нас нету. Поэтому, пока мой друг кушал, я махал перед ним веером. Через некоторое время я включил свой любимый мультик. Но Вадик отобрал пульт и включил какую-то научную дичь. Когда он уснул, я начал тихонько играть в Соньку. Но Вадик проснулся и отобрал у меня геймпад. Я был зол, но ничего поделать не мог. Бля, у меня к тебе просьба есть. Какая? Мне надо в туалет. Я потащил Вадика в туалет и помог ему облегчиться. Мои нервы были уже на пределе, но я держался. Вадик попросил сделать массаж пальцев на ноге. Я отказался. Тогда он напомнил про заявление. Выхода у меня не было, поэтому пришлось сделать массаж. Прошел час. Наконец-то он уснул. Я тоже устал за целый день и отрубился за секунду. Ночью мне захотелось пить. По пути на кухню увидел выписку из больницы. Походу она выпала из штанов Вадика. Тут написано, что у него только ушиб. Никакого перелома нету! Я посмотрел на кровать. Вадик пропал. Пошел искать его. Он кушал втихаря на кухне. Вадик! Коля, помоги мне. Я не знаю, кто тут оказался. Хватит притворяться. Я нашел твою справку. Нет никакого перелома. Ты меня обманул. Дружище, я тебе все объясню. Сначала я хотел пошутить, но потом мне так понравилось, как ты за мной ухаживаешь, и я не смог остановиться. Ты пошутил, да? Пошутить ты решил? Да я сейчас тоже пошучу. Раз, два, три, четыре, пять. Друг идет домой сейчас. Коля, на улице же ночь. Мне страшно. Мне тоже было страшно, когда я узнал, что у тебя нога сломана. Давай, удачи тебе, шутник. Гаденыш. Я был весь в раздумьях. Мы уже встречаемся несколько лет, нам хорошо вместе. А что дальше? Свадьба? Дети? Я выйду за тебя, малышка! Что? Я говорю, о чем задумался, братишка? Как давно ты тут стоишь? Ну, уже как час. У тебя такое смешное лицо, когда ты думаешь. Да, понимаешь, я о будущем задумался. Ух ты! Давно пора! Да, ну ты понимаешь, какая-то ответственность. Свадьба, семья, дети... А что, если я буду плохим отцом?
Что, если у меня ничего не получится? Да брось! Ты будешь отличным отцом! Легко тебе говорить. Но пока мы этого не узнаем. Знаешь, мне кажется, я могу тебе помочь. Что? Очкарик куда-то убежал и спустя время вернулся с куклой. Познакомься, это твоя временная дочь, чтобы ты смог потренироваться. Я не уверен, что хочу играть в куклы. Да ладно тебе, я постоянно это делаю. Ой, точнее, представь, что это не кукла, а ребенок. Не знаю почему, но мне идея брата показалась вполне интересной. Я захотел попробовать. Может, после этого стану более уверенным. Вдруг брат начал реветь. Что такое? Не слышишь? Ребенок хочет кушать. Быстро иди корми его. Давай, давай. Я прибежал на кухню и начал думать, чем бы накормить дочь. Достал из холодильника колбасу, но не успел отрезать кусочек, как очкарик забрал колбасу и сказал, что такое давать детям нельзя. Я уже собирался бежать в магазин за детским питанием, но мой брат разорался на всю квартиру. Что случилось, Коля? Дочери надо сменить подгузник. Чувствуешь, какой запах? Да, запашок ужасный. Но как это могла сделать кукла? Я ведь это сделал, правда ведь? Все, давай, беги уже за подгузниками. Хорошо. Спустя какое-то время я вернулся домой. О, ну где же наш папа пропадал? Короче, я не купил подгузники, но зато купил новые трусы. Но они же большие. И что мне теперь делать, выкинуть их? Да нет, зачем, положи тут, я себе возьму. Крутые трусы! Я решил закрыться у себя в комнате. Слишком уж устал от всей этой суматохи. Хорошо, хоть что реферат подготовил заранее. Нет. Это что такое? Очкасты! Что такое? Что ты сделал с моим рефератом? Похоже, это ребенок. Надо... В комнате. Слишком уж устал от всей этой суматохи. Хорошо, хоть что реферат подготовил заранее. Нет. Это что такое? Очкасты! Что такое? Что ты сделал с моим рефератом? Что реферат подготовил заранее? Нет. Это что такое? Очкасты! Что такое? Что ты сделал с моим рефератом? Похоже, это ребенок. Надо следить за детьми. Они всякое учудить могут. Ты... Ну, мне пора. Пора. И зачем я согласился на этот эксперимент? Сейчас все заново переделывать. Несколько часов я сидел и делал этот чертов реферат, а в итоге отрубился прямо за столом. Сон продлился недолго. Через пару минут я услышал крик Очкастого. Андрей, вставай. Твоя дочка не может уснуть. Иди укачай ее. Нет, больше не могу. Очкастый, что ты пристал ко мне? Какая дочка? Я теперь из-за тебя реферат заново переделываю. А как же ты теперь поймешь, годишься в роль отца или нет? Очкастый, я с тобой живу всю жизнь. И поверь, ты гораздо хуже любого ребенка. И раз уж я с тобой справляюсь, то с детьми подавно справлюсь. Понял меня? Понял. Только там один нюанс. Твоя дочь джойстик от приставки сломала. Очкастый, тебе пора в угол. И советую это сделать побыстрее, пока я ремень не достал. А пандос, и я тебя услышал. Я буду крутым батей. Я, как всегда, занимался важными делами. База, прием. Я подобрался к позиции противника. Какие будут дальше приказы? Коля? Ты меня напугал. Снова звонила твоя учительница. Ты уже как месяц не делаешь домашнее задание. Да мне просто лень делать домашку. Возьмись за учебу. И да, у меня для тебя новость. Мне нужно уехать на пару дней по важным делам. Ну, я тогда к родителям поеду. Не, зачем их тревожить? У меня есть идея получше, баба Зина. Здравствуй, Коленька. Только не баба Зина, меня ждет тяжелая неделя. Ну что ж, мне пора выдвигаться, а вам желаю комфорт провести время. Я держался от бабы Зины подальше. Бабуля сказала, что надо приготовить покушать. Я улыбнулся. Через пару минут еда была готова. Куда ты идешь? Это мой суп. Твоя еда вон там на полу стоит. Это корм для собак? Ладно, спасибо. Ты что, совсем дурачок? Я ж пошутила. Иди суп кушай. Ну, спасибо. Я попробовал суп. Мне понравилось. Брат никогда так вкусно не готовил. Настроение улучшилось. Оказывается, что баба Зина очень дружелюбная. Коля, а ты уроки сделал? Да
Кому нужны эти уроки? Бабуля почему-то не поддержала мой ответ. Она схватила меня за ухо и потащила в комнату. Бабуля, садись. Пока уже не сделаешь, я тебя не выпущу. Хорошо, хорошо, бабуля. Вот. Хорошо. Я начал делать уроки. Бабка Зинка пристально следила за мной. У меня ничего не получалось. Тогда бабуля прописала мне линейкой. Через минуту уравнение было решено. Я гордился собой. Баба Зина, смотрите. А теперь закрепим результат. Реши-ка это. Бабуля, я что-то проголодался опять. Еду получают только умные. Прошло 3 часа. Наконец-то я решил последнее задание. Думал, что теперь покушаю, но бабуля явно была не голодна. Теперь пора спать. Завтра рано вставать. Но я хочу кушать. На ночь кушать нельзя. Быстро спать. Я пошел. Я уснул за пару секунд, но выспаться у меня не получилось. С самого утра меня разбудила бабка Зинка. О, ты... Бабуль, я хочу еще поспать. Нет времени спать. 4 утра самое время для пробежки. У тебя 30 секунд. Не успеешь, и я запрыгну тебе на спину. Я не успел собраться за 30 секунд. И в итоге пришлось бежать 5 километров с тяжелым грузом на спине. После пробежки бабка Зинка заставила меня приседать. Мне очень хотелось, чтобы брат вернулся поскорее. Когда мы шли обратно, мне в голову пришла идея. Сбежать от Зинки. Бабуля, а? Там Малаха! Ой, а где? 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 Ты наркоман? А ну стой! Я тебе догоню, мало не поздоровится. Мне удалось убежать от бабки Зинки. Где теперь только спрятаться? У меня был один вариант – дача. Через час я уже был на месте. Почти успокоился, как внезапно встретил своего брата. Андрей, что ты тут делаешь? Это ты что тут делаешь? Я же оставил тебя на воспитание Зинаиде Васильевне. Да я с ней жить не могу. У меня сегодня был самый худший день. Я встал в 4 утра и пробежал 5 километров с Зинкой на спине. А еще она заставляет меня учиться. А ты что думал? Я специально это все придумал, чтобы баба Зина тебе вправила мозги. Ты вообще ленивый стал. Ты как хочешь, но я к ней не вернусь. Хочу тебя расстроить. Бабуля сразу поняла, куда ты отправился. Поэтому она уже здесь. Ну что, Коля, думал убежать от меня? Даю тебе 20 минут добежать до дома. А если не успеешь, пойдешь тренироваться на мороз так всем без одежды. Ну нафиг! Я вернулся домой с работы. За целый день я ужасно проголодался, и поэтому первым делом заглянул в холодильник. В холодильнике было пусто. Дело в том, что я на мели, а зарплата только через пару дней. Решил зависнуть в интернете, чтобы отвлечься и не думать о еде. Переписывался со своей девушкой, смотрел видосики, а потом пришло сообщение от брата. Андрей, я в беде, мне срочно нужна помощь, выручай! Я испугался, неужели Коля снова во что-то вляпался? Я взял биту и уже готов был отправиться на помощь, но тут очкастый прислал новое сообщение. Еще чуть-чуть, и я задохнусь. Освежитель закончился. В шкафчике есть запасной. Быстрее подай мне его. Вот же... дурак. Я заглянул в шкафчик, нашел освежитель. И спас своего брата. Хотел продолжить просмотр видео, но соединение с интернетом пропало. Я расстроился. Высунул провод, всунул провод. Ничего не поменялось. Попросил помощи у брата. Одна минута, и интернет заработает. Я сразу понял, что обратился к профессионалу. Коля взял отвертку и начал фигачить модем. Забираю свои слова обратно. Как вы понимаете, интернет не заработал, но брат не сдавался. Он взял нож и решил запугать модем. Угрозы тоже не дали положительного результата. Очкастый уже не знал, что делать, поэтому встал на колени и начал умолять модем заработать. После этого я понял, что точно обратился не по адресу. Вечером я решил позвонить техподдержку, но как назло на балансе закончились деньги. Стоп, а что если так надо? Вдруг судьба дает мне шанс изменить жизнь? Ведь целыми днями я только и делаю, что зависаю в интернете и занимаюсь всякой ерундой. С этого дня никакого интернета. Только с чего начать? Точно, я давно хотел научиться вкусно готовить. Но для того, чтобы посмотреть рецепт, нужен интернет. Ладно, научусь готовить в другой раз. Решил включить какой-нибудь фильм, но для этого тоже нужен интернет. Мне становилось скучно, неужели я даже день не смогу прожить без интернета? Интересно, а чем занимается Коля? Не понял. Это что получается? Я целый день голодаю, а ты тут тихаря морожка кушаешь. Тебя делиться не учили? Андрей, ты пойми, я бы поделился с тобой. Но на днях я кое-что понял. Что ты понял? Понял, что тебе бы не мешало сбросить пару лишних килограмм. Ты офигел? Стоп.
Откуда у тебя деньги на мороженое? Да. Я не помню. Кажись, припоминаю. Аккуратненько. Малой, слушай, я сейчас там занят. Вот тебе деньги, обязательно положи их на интернет. Ага. Коля. Коля, ты слышишь меня? Что? Я говорю, деньги на интернет не забудь положить. Какие деньги? Вот эти деньги. Хорошо, хорошо. Вот оно что. Ну теперь понятно, почему интернет не работает. Ты забыл деньги положить. Ага. Только не кричи. Да не буду на тебя кричать. Поживем пару дней без интернета, ничего страшного не случится. Согласен. Хотя подожди, ты ведь не все деньги потратила? Ну, нет, еще немного осталось. Отлично. Наконец-то! Я так скучал по тебе! Коля, интернет заработал! Ах ты, малюдненький. Андрей, мне кажется, у тебя уже зависимость. Нет, тебе кажется. Ну да, ну да. Я всегда после школы зависаю на Ютубе. Уже много лет смотрю различные каналы. И давно хочу создать свой собственный. Сегодня мечта должна осуществиться. Я стану блогером. Но что снимать? Решил попробовать различные жанры. А там как пойдет. Всем привет, друзья! Меня зовут Мастер Ломастер, и сегодня я вам покажу 10 лайфхаков для упрощения жизни. Погнали! Для первого лайфхака нам понадобится бутылка, скотч, краски, веревка. Ну что ж, приступим. Друзья, что-то пошло не так, и мой лайфхак не удался. Очкастый, ты что здесь устроил? Лайфхаки для упрощения жизни. Сейчас тебе так упрощу жизнь, что мало не покажется. Давай, завязывай с этим. Руки у меня не из того места растут, значит, нужно снимать что-то попроще. Я любил машины. Водить, конечно, не умел, но рассказывать про тачки труда большого не составит.